О, нет! Пожар в доме Владов! Спокойно, сэр, я с этим справлюсь. Что тебе сделал, бедный макет? Встречайте, мои невероятные цирковые овечки! Думаешь, это интересно? Погоди, когда увидишь, как они прыгают через башню из фарфоровых чашек, прыгайте, мои шерстяные артисты! Помогите! Овечка, ты за это не платила. Кажется, нужно звонить пожарному Саму. Стадо овец разбежалось по всему Понти-Пенти. Стадо овец разбежалось по всему Понти-Пенти. Кажется, они бегут к нам, сэр. Нет, мой бедный макет! Нужно действовать быстро, чтобы успеть перекрыть им путь. Для этого необходимо Арнольду, Элли и Элвису вывести все машины. Тогда мы сможем перекрыть эту улицу, окружить овец и загнать их сюда. Поняла, Сэм. Нам понадобится форма для спасения животных. Жили сбежавших овец, сэр. Молодцы, ребята. А ну вернись, негодяйка! Все готовы? Пожарный Сэм готов, сэр. Пожарный Филлипс готова, сэр. Пожарный МакКингли готов. Пожарный Моррис готова. Кенгуру один готов. Что ж, это успокаивает. Хорошо. Шоу начинается. Привет, Понти-Пенти. Отлично, Элвис. О, да, ты молодец, Скритлингтон. Я всегда знал, что у тебя получится. Да, хорошо, все спокойно. Возвращаемся на станцию. Ну, будем надеяться, что Майк справится не хуже меня. Привет, Понти-Пенти! Я хочу представить нового участника моей группы. Гитарный ас 2000! Весь мир заодно, где все заодно. Новый участник группы не совсем Элвис, верно, бас? Сейчас будет! Включай на полную, Джо! Ну и дела, лучше нам отойти. О, нет! Этого Элвис бы точно никогда не стал делать! Папа! Уходи со сцены! Кто-то должен позвонить пожарному Сэму! Робот-гитарист Майк.
Влада вышел из-под контроля и поджег сцену. Робот-гитарист Майкла Влада вышел из-под контроля и поджег сцену. Элвис, вы с Элли берете Юпитер. Пенни, вы с Арнольдом поищите. Гол! Забудь уже о футболе, Норман. Будь осторожнее! С едой! Мама Мия! Что ты наделал? Прошу прощения. Я здесь все сама уберу. А ты достань пока пиццу с пепперони из духовки и отнеси ее Бену на набережную. Хорошо, Белла. Ах, это нечестно. Я пропущу игру из-за этой ужасной пиццы. Вот как надо нападать. А вот как надо защищаться. Ну, нам здесь явно делать нечего. Можем все расходиться по домам. А вот удар-ножницы. Моя спина. Пицца пахнет дымом. Даже слишком сильно. Нет, помогите! Пожар! Пожар! Пожар на холме. В парке Понти Пенди пожар на холме. Пенни, мы с тобой начнем тушить пожар с холма. Элвис и Элли, эвакуируйте всех посетителей из кафе. Запас воздуха 100%. Я рад, что все целы. Если на склоне начался пожар, очень важно всем спуститься вниз, потому что огонь и дым будут двигаться наверх очень быстро. Прости меня, пожарный Сэм. И прости меня, Белла. Я просто очень хотел посмотреть футбол, но мне нужно было сосредоточиться на пицце. А, я тебя понимаю, Норман. Честно говоря, я люблю футбол так же сильно, как и ты. Правда? Сигнал бедствия был только что запущен с острова Понти Пенди. Пенни, заводи Нептуна, Элвис уже едет. Ищите на острове, а я посмотрю вокруг. Ханна! Бен, тебя сильно отнесло от острова. Это произошло из-за течения. Они ищут нас на острове. Нашел? Нет, Пенни! Сэм, на острове их нет. Они не могли далеко уплыть. Вы ищите здесь, а я поплыву на север. Эй! Мы здесь! Ты же не думаешь, что мы тут застряли? Не думаю. Ведь Сэм и команда ищут нас. Они найдут нас. Говорил же! Это Бен и Ханна! Я их нашел! Мы уже плывем!
Это моя вина, Сэм. Я должен был остановиться, когда повредил плечо. Ну, все мы иногда не рассчитываем силы, Бен. Хорошо, что с тобой была Ханна. Ты в порядке, Ханна? Ой, я не закончила гонку. Тогда плыви. Закончи задание. Правда? Ну, мы ведь за ней присмотрим. Давай, Ханна! Мчись, как ветер! Конечно, смогла Ханна. Мы знали, что ты справишься, верно? Да. Давайте все вместе поприветствуем нашего нового победителя гонки на байдарках. Ханну! Ура! 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 Оставайтесь здесь, Гаррет. Раз я король драконов, то могу сделать последние дополнения. А так как у короля драконов будет огнедышащий дракон, то он самый великий король в мире. Встречайте, мой дракон! Ого! Как здорово! Превосходный! Он горит! Что? О! И он едет на нас! О, нет! Он катится в сторону станции! Кажется, пора звонить пожарному Сэму. Огнедышащий дракон поджег гараж Бесси. А, что-то новенькое. Прием! Огнедышащий дракон поджег гараж Бесси. Бесси находится в этом гараже! Она. Пожар потушен, и с Бесси все хорошо, сэр. Фу, спасибо, сэр. Ну, Элли, может, в тренировке в задымленной комнате я не поучаствовал, зато увидел огнедышащего дракона. Ха, верно, Элвис. Ну и дела. Кажется, Норману Прайсу сейчас зададут хорошую трепку. Пожарный Сэм? Нет. Кое-кто похуже. Норман Прайс, поверить не могу. Ты чуть не поджег машину офицера Стила Нелли. Бесси, ее зовут Бесси. Машину офицера Стила Бесси, кошмар. Прости, мама, я же сделал это не специально. Понимаю, что это вышло случайно, Норман. Но ты играл со спичками, а этого... Пожар в бассейне. Лягушачья фантазия загорелась. Пожар в бассейне. Лягушачья фантазия загорелась. Встретимся там, Арнольд. Мы поедем на Венере и Юпитере. Мы можем не успеть. Том, подкинешь меня туда? Хорошо, Сэм. К бассейну! Джеймс? Джеймс! О, нет! Том уже здесь! И пожарный Сэм! Всем отойти! Сэм, мы не можем найти Джеймса.
бы он не появился во время своего выхода. Он заперт в раздевалке. Что? Как это случилось? Я хотел быть звездой программы, поэтому залил клеем замок. Мне очень жаль, пожарный Сэм. Я ведь не знал, что будет пожар. Сейчас не до этого, Норман. Нужно его спасать. А у нас нет здесь техники. О, нет. Что я наделал? Том, у меня есть план. Ты должен вернуться прямо сейчас. Нужно заняться раздевалками. Они еще не загорелись, но скоро это случится. Ты готов? Почти, Сэм. Надо зачерпнуть воды. Не бойся, Джеймс! Отойди назад! Дядя Сэм! Я рядом, не бойся. Том, ты готов? Мы на месте, Сэм. Элвис? Хорошо, Том. У меня, как всегда, все под контролем. Мы в безопасности, но огонь еще не потушен. Том, еще воды. Мы тоже поможем. Мне так жаль, ребята. Прости, Джеймс. Так и должно быть, Норман. Запирать кого-нибудь, где бы то ни было, это очень опасно. Когда все починят, мы снова исполним лягушачью фантазию, но уже без тебя. А! Кто-нибудь другой выступит за тебя, Норман. А ты будешь проходить основы безопасности. И правильно. Нам очень повезло, что у нас такие отличные пожарные. Ты отлично справился, Кридлингтон. Даже не чихнул. Если вдруг пришла беда, если помощь вам нужна, знайте, есть пожарный тот, что на выручку придет. Скорее пропусти, ведь это...